Счастливое спасение. В Могилевском районе найдена пропавшая ранее женщина. Как сообщили в МЧС, 6 июня она заблудилась в лесу около станции Голынец. К поиску подключились почти сотня человек. Милиция с кинологом, лесхоз, родные пропавшие, а также поисково-спасательная группа республиканского отряда спецназначения. Были прочесаны почти 70 километров лесных троп, искали с помощью коптера и пеленгации мобильного. Спустя сутки нашли личные вещи потерявшейся ближе к вечеру и ее саму в 5 километрах от станции. Если вы отправляетесь в лес, то, в принципе, желательно не идти туда в одиночку. Необходимо сообщать вашим родственникам о том, куда вы идете, когда планируете возвращаться. И если меняются ваши планы, то обязательно их об этом уведомлять. Также необходимо брать с собой мобильный телефон, воду и необходимые вам лекарства. Если вы заблудились, то оставайтесь на месте, не паникуйте, вам обязательно помогут. Сейчас найденная женщина находится в больнице, ее самочувствие контролируют врачи.